А волосы это он жестко вообще. Несмотря на то, что большой. Не косы, конечно. Не, ну он лосый, ну смотри, как оп-оп-оп. Да, да, ну на баге, ну без бага я не знаю, как думаю, там лосый жесткий. Сколько мы его сливаем? Уже есть хочу. Что? Да нет, просто у меня закончились уже горящие стрелы, по-моему. Ну да, у меня 70 обычных осталось. Ну это уже нормально забивается. Может не меньше, чем горячие. А ты так потише двигайся, а то еще. Я попадаю, как ты видишь, сразу. Они, возможно, есть, просто не знаю. О, у меня лук сломался. Кстати, помнишь? А у тебя как лук? Ну, насколько? Ну, да. Ничего, ну мы его добьем. Вблизи я уже добью его. Да нет. Ну так, я жду, пока ты... Ты ломаешь лук, может, ты, может, тебе хватит твоего лука просто. Не, ну, блядь, мы заберем, короче, не переживай. Расслабься, просто. Ну, лосы, лосы. На баге так убивать? Ну не знаю, не знаю. Не, ну это смекалка, да. Это смекалка, это хитрость, я же не спорю. Все. Да, такое было во время пещеры, конечно, ну ладно. Ну, о господи. Надо бы теперь этот... Да, ключ от крипты. О, кстати, свое тело можно пощупать. Вчерашнее. А что у меня тут осталось? Бег мертвеца. Нет. Вижу нужный камень, который я вчера не читал. Сожгите их молодняк. А, ну понятно.
Ворона нет. Пошли назад в лагерь. Не факт. Давай в лагерь вернемся.